Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Триумфальная новость. Победа в Синопе быстро разнеслась по Российской империи. Аристократы, чиновники, купцы, промышленники, крестьяне – все поздравляли друг друга с исторической победой. Дети играли в черноморских моряков, громящих турок. Светские дамы восхищались мужеством простых матросов. Но пройдет немного времени, и война, о которой мирные граждане только читали в газетах, которая всегда была где-то там, развернется на земле самой России. Эту войну называли Крымской. Основные сражения развернулись действительно в Крыму. Но на Балтике, на берегах Северного Ледовитого и Тихого океана тоже шли бои. Та война шла не за территорией. Противник, желая подчинить Россию своей воле, атаковал ее со всех сторон. Везде, где только мог подобраться. По сути, это была война за мировое господство, репетиция будущих мировых войн, первой и второй, нулевая мировая. Накопившиеся к 1853 году противоречия между Россией и западным миром уже не могли быть решены мирным путем. И вот повод для войны нашелся. Наполеон III, оказав давление на турецкого султана Абдул-Меджида, добился передачи католикам ключей от храма Рождества Христова в Вифлееме. Это стало ударом по престижу Российской империи, издавна оказывавшей покровительство всем православным христианам Востока. Император Николай потребовал вернуть православному духовенству контроль над святыми местами. Однако султан, которому посол Британии Стрэтфорд Каннинг пообещал военную поддержку, отказался удовлетворить требования Николая. Чтобы вынудить Османскую империю пойти на уступки, русский император ввел войска на территорию Дунайских княжеств, Молдавии и Валахии. Боевые действия развернулись не только на Дунае, но и на Кавказе. Поворотным моментом стало Синопское сражение, в котором эскадра адмирала Нахимова уничтожила Османский флот. В ответ на это западные державы, Франция и Британия, в марте 1854 года вступили в войну. К тому моменту русские войска стояли у турецкой границы. Переправившись через Дунай, московские варвары вступили на территорию Османской империи, верного друга Британии. Что это, если не вызов всей цивилизованной Европе? Daily Telegraph. Русские войска переходят Дунай в трех местах. Возле Браилова, Галаца, Измаила. Сразу после переправы их встречает огонь противника. В районе Галаца и Браилова дело ограничивается короткой перестрелкой, и русские занимают две приграничные крепости – Тульчу и Исакчи. Около Измаила происходит более серьезная стычка, которая продолжается два дня. Потери русской армии составляют более 700 человек убитыми и ранеными. Турецкой – около 1000 человек. После этого турки бегут, оставив крепость Мачин с множеством снарядов и пороховым складом, которые достаются русским. Тем временем русский главнокомандующий граф Паскевич Ереванский убеждал царя, переход через Дунай был ошибкой. Надо немедленно вернуться на прежние позиции. Император не верил своим ушам.
Он предположил, что фельдмаршал болен. Николай свято верил в свой союз с Австрией. Однако Паскевич оказался прав. Франц Иосиф, опасаясь укрепления России на Балканах, сосредоточил на границе 70 тысяч солдат. Узнав об этом, Николай вспомнил, как 6 лет назад юный император целовал его руку и просил о помощи. Тогда российский государь подавил венгерский мятеж в Австрийской империи. И вот какой оказалась благодарность. И все же Николай не разделял панических настроений Паскевича. Он считал, что назад дороги нет, только вперед, на Балканы. Главным препятствием на пути русской армии была крепость Силистрия. Если бы фельдмаршал поторопился, ее можно было бы взять очень быстро. Поначалу крепость была слабо защищена. Однако из-за чрезмерной осторожности Паскевича русские войска возможность взять крепость сходу упустили. Любому другому полководцу в такой ситуации грозил бы царский гнев, но Николай слишком уважал Паскевича. Император просто оставил пожилого фельдмаршала в покое и сделал ставку на другого человека. Отряд, который больше месяца стоял напротив Силистрии, горячо приветствовал прибытие генерала Шильдера. Хотя Карлу Андреевичу было почти 70, он находился в превосходной форме. Одно его присутствие вселяло в солдат уверенность. Шильдер немедленно организовал работу по инженерному обеспечению осады. Шильдер Карл Андреевич родился в 1785 году. Выдающийся военный инженер, изобретатель и испытатель новых приемов инженерной атаки и обороны. Внес существенные усовершенствования в постройку амбразур. Среди других его нововведений – трубчатые мины, системы контрминной борьбы, подводные лодки с шестовыми минами и ракетами. Генерал Шильдер уже брал Силистрию 25 лет назад во время русско-турецкой войны. Что ему стоит взять ее снова, тем более, что турецкий гарнизон крайне малочислен? Morning Post. У османской армии оставалась одна надежда – на помощь союзников. Но и она таяла на глазах. Когда русские солдаты уже воздвигали батареи для амбразуры, английские и французские войска только садились на корабли, чтобы отплыть к турецким берегам. Сколько времени им понадобится, чтобы развернуться боевым порядком на османской территории? В русском лагере все было готово к взятию Силистрии. Войска со дня на день ждали от Паскевича приказа о штурме, но он все не приходил. В один момент турки совершили вылазку, были отбиты, и крупнейший форт Силистрии остался без прикрытия. Генерал Сильван решил без приказа, на свой страх и риск, штурмовать форт. В час ночи 3 русских батальона пошли на приступ. Несмотря на сильный огонь противника, русские солдаты смогли взобраться на вал, победа была уже совсем близко. И тут Сильван упал, сраженный турецкой пулей. Генерал, который находился рядом с Сильваном, склонился и словно в каком-то тумане надолго застыл над телом своего друга. Затем выпрямился и с потерянным видом прокричал: «Назад! Назад!» Гарнист, услышав приказ генерала, протрубил сигнал к отступлению. Войска отошли с потерями. Генерал так и не смог объяснить своего поступка. Его обвинили в трусости, однако Паскевич взял генерала под свою защиту. Главнокомандующий на Дунае меньше всего хотел штурмовать Силистрию, чувствуя, что отступать придется в любом случае. Но в России этого не понимали. Наоборот, была уверенность, что до победы рукой подать. Охваченный патриотическим подъемом, отставной кавалерист Андрей Карамзин вернулся на службу и попросился на Дунай. Андрей Николаевич был сыном Николая Карамзина, автора «Истории государства российского». Военного опыта у него не доставало,
Зато имелись связи при дворе, так что Карамзина сразу назначили гусарским полковником. Однако в войсках его сочли столичным франтом. Вскоре Карамзина назначили на рекогносцировку местности, и к неудовольствию подчиненных отдали под его начало отряд в составе 6 эскадронов, сотни казаков и 4 орудий. Отряд направлялся к селению Каракал, чтобы установить численность находившихся там турецких войск. Когда отряд по узкому мосту перешел овраг, на горизонте показалась огромная туча. Она приближалась, постепенно делясь на 2, а потом на 4 части. Это были турецкие колонны. Даже издалека было видно, что в каждой из них не меньше 700 человек, всего около 3000. Поручик Черняев сказал командиру, что больше здесь задерживаться нельзя, слишком опасно. Однако Карамзин в ответ только иронично скривился. У страха глаза велики. То, что кажется третьей и четвертой колоннами, это просто 2 каких-то забора. Черняев подыскивал аргументы, чтобы вернуть полковника к реальности. Но было уже поздно. Тот велел открыть по туркам огонь и сам бросился в гущу врага. После нескольких залпов русская артиллерия внезапно умолкла. Выяснилось, что снарядов больше нет, их просто забыли взять. Еще можно отойти без потерь, турки пока далеко. Несмотря ни на что, Карамзин приказывает атаковать турецкие части. Первый эскадрон сблизился с турками. После короткой стычки, потеряв своего начальника, солдаты побежали. Второй эскадрон, не дойдя до противника, поворачивает назад. Русские понимают, что шансов на победу нет. Турки бросаются в обход, чтобы захватить мост. Чтобы опередить неприятеля, гусары в полном беспорядке мчатся туда же. Все заканчивается свалкой, в которой погибли 150 русских солдат и офицеров. Остальным удается бежать. Карамзин, окруженный турками, рубился до последнего. Позднее, когда обнаружили его тело, на нем насчитали 18 ран. Только смерть спасла его от военного суда. Когда новость дошла до Петербурга, она вызвала жаркие споры. Одни восхищались мужеством Карамзина, заплатившим за свою ошибку жизнью. Другие обвиняли его в преступном легкомыслии. Желая ознаменовать себя победой, полковник Карамзин пал в полях Валахии, но при этом без тени смысла увлек за собой веренный ему отряд. Считать ли гибель сего полковника чувствительной потерей для Отечества, пусть решает для себя наш читатель. Санкт-Петербургские ведомости. Не только солдаты и офицеры не могли прийти в себя после случая с Карамзиным, но и сам фельдмаршал Паскевич. Он метал громы и молнии, а сам мечтал лишь об одном – поскорее закончить с этой войной. И если уж не для всей армии, то для себя лично. Вскоре такой случай ему представился. Когда Иван Федорович проезжал по линии фронта, он приказал остановиться и накрыть ему ужин. Неприятные мысли терзали фельдмаршала. Наделенный императором Николаем почти неограниченными полномочиями, он все же не мог просто так свернуть военные действия. Это сочли бы предательством. Граната! Ложись! Ложись! Оставался другой выход – снять с себя ответственность за происходящее. Фельдмаршал заявил своему адъютанту, что контужен разорвавшейся поблизости бомбой, после чего велел собираться и уехал. Уехал, чтобы больше уже не вернуться. Те, кто лично знал Паскевича, лишь горько усмехались. После отъезда пожилого фельдмаршала генерал Шильдер был уверен, теперь уже никто не помешает взять Силистрию.
Но тут сам Шильдер был вынужден покинуть позиции. В момент, когда он осматривал траншеи, вблизи разорвалась турецкая граната, тяжело ранив генерала. Чтобы спасти жизнь Шильдера, ему ампутировали ногу. После мучительной операции Карла Андреевича перевезли подальше от линии фронта в молдавский город Калараш. Тем временем турки в Силистрии, страдая от голода, со дня на день ожидали гибели. Даже некрасовцы-раскольники, которые еще в 18 веке бежали из России на Дунай и стали турецкими подданными, качали головами, глядя на нерешительность русского командования. «Добери же скорее, Москва, эту проклятую Силистрию! Нам есть нечего!» Князь Горчаков, который занял место уехавшего Паскевича, прислушался к мнению своих генералов. Ждать больше нельзя. Штурм крепости был назначен в ночь с 8 на 9 июня. До пуска сигнальной ракеты, обозначавшей начало штурма, оставалось несколько минут. И хотя никто еще не догадывался, что этой ночью первая половина войны будет проиграна Россией, тяжелое предчувствие уже нависло над лагерем. «Ссылаясь на волю государя, предписываю снять осаду, ежели до получения письма Силистрия не будет еще взята». Прочитав эту фразу, Горчаков сразу все понял. Паскевич наконец добился своего, убедив императора Николая свернуть военные действия на Дунае. Князю не оставалось другого выхода, как распорядиться возвестить отбой. В июне 1854 года части русской армии начинают планомерный отход из дунайских княжеств. Держась на расстоянии от русских, за ними следуют турецкие отряды, порой вступая в короткие стычки. Таким образом, главнокомандующий Амир-паша делает перед европейцами вид, что гонит русских. Единственный серьезный бой происходит возле города Журжа, после чего русские войска продолжают отступление к своим границам. В это время Шильдер, еще недавно полный энергии боевой генерал, а теперь просто несчастный старик, умирает вдали от дома. Страдая от невыносимой боли, он не может примириться с тем, что грозная турецкая крепость, которая почти уже была у нас в руках, навсегда потеряна. И Шильдер повторяет перед смертью только одно слово – Силистрия. Силистрия. Получив известие о смерти Шильдера, император Николай напишет князю Горчакову: «Такого второго не будет и по знанию, и по храбрости». В августе на смену русским в Дунайские княжества с согласия Франции и Британии приходит австрийская армия. Австрийцы ведут себя как оккупанты и учиняют настоящий произвол. Офицеров, избивающих местных жителей палкой, называют добрыми, бьющих саблей – сердитыми, избивающих насмерть – строгими, истязающих своих жертв перед убийством – своевольными. Тем временем союзные войска в составе 40 тысяч французов и 20 тысяч англичан высаживаются под Варной. Россия была вынуждена уходить в оборону. Пока наши войска покидали Молдавию и Валахию, угроза нависла над столицей империи – Санкт-Петербургом. Не пройдет и 3 недель, как Королевский флот Британии с Божьей помощью возьмет Петербург. Это заявление было встречено овацией на собрании, пожалуй, самой влиятельной политической организации в Британии. Впрочем, один из источников в правительстве утверждает – что заявление о скором взятии российской столицы не более чем послеобеденная шутка. Times. Но в самом Петербурге знали, что никакая это не шутка. Император едва ли не каждый день ездил из Зимнего дворца на Взморье. Был мрачен, лицо осунулось, но выправка оставалась прежней. В Петергофе Николай не отходил от подзорной трубы, разглядывая контуры английских военных кораблей, ощетинившихся пушками. Все лето они то приближались, то снова пропадали из виду.
Эскадра Королевского британского флота направилась в Балтийское море еще весной. Первоначально перед ней стояла цель блокировать русские суда, не пропуская их в Северное море. А если те откажутся повиноваться запрету, вступать в бой. Однако российские военные корабли не собирались покидать свою акваторию. Тогда британское адмиралтейство решило сменить тактику и выслало новое распоряжение. При возможности, атаковав противника, разгромить русский Балтийский флот. Эскадра вошла в Финский залив. Береговые знаки были неразличимы в густом тумане. Маяки не работали. Лоцманов рассчитывали нанять в Дании, но датчане отказались нарушать нейтралитет своей страны. Настрой английских моряков ослабевал с каждым днем. Командующий эскадрой Чарльз Неппер оказался в большом затруднении. Чарльз Джон Неппер, вице-адмирал, родился в 1786 году. В 20 лет поступил волонтером на флот и вскоре получил боевое крещение в войне с Наполеоном Бонапартом. Одержал ряд побед в англо-американской и турецко-египетской войнах. Был награжден высшими знаками военного отличия, в том числе английским орденом Бани и русским Святого Георгия. После прибытия в Финский залив Неперу стало ясно, при таких условиях можно и не мечтать об активных действиях. Надо выждать, пока погода не переменится. Тогда он направил суда в Стокгольм на стоянку. У вице-адмирала был еще один резон не торопиться. Он знал, что британскому правительству удалось убедить Наполеона III прислать на Балтику французскую эскадру. Вообще-то Луи Наполеон был равнодушен к идее уничтожить Балтийский флот. Его куда больше интересовало южное направление. Но как отказать таким ценным союзникам? Когда французская эскадра прибыла на Балтику, объединенный союзный флот начал разведывать акваторию Российской империи с намерением при первой же возможности вступить в бой. Подойдя к крепости Свеоборг, союзники увидели, что ее укрепления слишком сильны. Неппер не пошел на риск и отказался от нападения. Адмирал взял курс на Кронштадт. По пути возникла новая проблема. Часть моряков заболела холерой. Однако начавшаяся эпидемия не изменила решение вице-адмирала атаковать русскую крепость. Он знал, что на родине от него давно ждут большой победы. Вскоре разведка принесла Неперу обескураживающее известие. Вход в Кронштадтскую бухту защищен минными заграждениями. Силы русского флота превосходят союзные по численности, а подступы к порту охраняются мощной береговой артиллерией. Водный путь мимо Кронштадта к Санкт-Петербургу узок, и Неперу пришлось бы выстроить корабли в линию. При появлении союзных судов русские смогли бы обстреливать их поодиночке, одного за другим. Отсюда следовал только один вывод. От нападения на Кронштадт с моря следовало отказаться. Единственной возможностью взять Санкт-Петербург оставалась высадка сухопутной армии. Но такая перспектива выглядела совершенно фантастичной. Англо-французский флот, подошедший к северо-западному побережью Российской империи, состоит из 26 линейных кораблей, 32 пароходов-фрегатов и 7 парусных фрегатов. Русский флот, основные силы которого расположены в Кронштадте и Свеоборге, включает 25 линейных кораблей, 27 пароходов-фрегатов, 7 парусных фрегатов и 60 мелких судов – корветов, бригов и катеров. При этом побережье Финского залива защищают войска сухопутной армии. 80 тысяч солдат и офицеров дислоцированы возле Петербурга и Кронштадта, 80 тысяч в районе Свеоборга, 40 тысяч на низовьях Западной Двины. В июле император Николай приехал в Кронштадт, чтобы посоветоваться с командиром порта адмиралом Литке. Встреча происходила на корабле «Император Петр I». Заявив о невозможности терпеть присутствие неприятельского флота у наших берегов, государь предложил приказать двум кронштадтским дивизиям выйти в открытое море, соединиться с дивизией из Свеоборга и атаковать союзников. Литке отвечал, что готов исполнить волю государя,
но для русского флота безопаснее оставаться в порту. Исход морского боя может быть не в нашу пользу. К тому же винтовые корабли противника легко могут уйти от российских парусников. Отказ выходить в море был самой разумной тактикой. Пока российские корабли находились в портах, наши берега оставались неприступными. Союзный флот очутился в патовой ситуации. Положение могло бы измениться в пользу англо-французов, если бы на их стороне выступила Швеция. С момента объявления войны Швеция держала нейтралитет. Но и в Париже, и в Лондоне мечтали привлечь шведского короля Оскара I в состав антироссийской коалиции. Влиятельный английский министр лорд Пальмерстон даже пообещал вернуть шведской короне Финляндию. Расчет был такой: присоединив финские земли, Швеция отодвинула бы границу практически к самому Петербургу. Такая угроза с севера должна была серьезно ослабить Россию. Финляндия была присоединена к России в 1809 году по итогам русско-шведской войны. В составе Российской империи было образовано Великое княжество Финляндское, которому была дарована большая степень экономической и политической свободы. Хотя во главе княжества стоял назначенный русским императором генерал-губернатор, Финляндия управлялась местными властями на основании местных законов. Союзники были уверены, что финны охотно восстанут против России. Однако Чарльз Неппер пришел к неожиданному выводу. Жители Финляндии полностью довольны своим положением и не испытывают к русским никакой вражды. Узнав о предложении союзников, Оскар I воодушевился. Первое время спор в королевском дворце велся лишь о том, какое именно правовое устройство Финляндия получит после аннексии. Сомнения в успешности этого предприятия появились очень скоро. Выслушивая путанные речи британского посла, король начал понимать, что Англия не собирается посылать свои войска ему в помощь. Право отвоевывать финские земли предоставлялось самой Швеции. Это совершенно не устраивало Оскара. Его армия была не готова к войне с могучим соседом – Российской империей. Взвесив все «за» и «против», король объявил: «Ни я, ни мой народ не стремимся к завоеваниям». Король Оскар не желает сражаться за идеалы свободы, но настоящие шведы сердцем и душой с нами, с англичанами, Daily News. Гражданам Швеции стоит крепко задуматься о том, достоин ли такой человек, как Оскар, занимать королевский трон. Times. Нас хотят поссорить с нашим собственным королем. Но союзники ввязались в войну из банальной корысти, так что их слова о защите гуманности и свободы не стоят и ломаного гроша. Свенска Тиднинген. Раз уж шведский король оказался таким неподатливым, а главным русским крепостям Свеоборгу и Кронштадту было не подобраться, вице-адмиралу Непперу нужна была хоть какая-то победа. К августу опасность отступила от российской столицы, но подошла к самой западной окраине Российской империи – Аландским островам. На одном из этих островов располагалась крепость Бомарзунд. 20 июля к Аландским островам прибыла французская пехотная дивизия численностью в 12 тысяч человек. Она присоединилась к эскадре Чарльза Неппера. Узнав об этом, комендант Бомарзунда понял, что его крепость – гарнизон, который насчитывал менее 2000 солдат и офицеров, обречена. Но решил драться до последнего. 26 июля союзники высаживаются к северу и югу от Бомарзунда и начинают массированную бомбардировку крепости. Она продолжается 9 дней. 1 августа защитники Западной башни поднимают парламентерский флаг. В ходе переговоров осажденные просят о 4-часовом перемирии, но французы соглашаются лишь на часовую передышку. 3 августа, салютуя дню рождения Наполеона I, союзные эскадры и батареи подвергают цитадель обстрелу из 800 тяжелых орудий. Ядра и бомбы сыплются градом. Только после этого комендант выбрасывает белый флаг. Гарнизон крепости
состоявший главным образом из солдат финнов, сдается в плен. И если бы дело дошло до штурма цитадели, союзники не пощадили бы никого. Зная об этом, один из военнопленных написал из Англии письмо своей тетушке. Он сожалел, что не погиб в открытом бою, и признавался: «Окончание обороны Бамарзунда сокрушило мое сердце. Я тайно в чувствах душевной боли со слезами приносил раскаяние, что мы не сыны церкви и не истинные слуги царю и отечеству. Предавались почти целым гарнизоном постыдному плену». Победа в Бумарзунде не имела для союзников ни военного, ни политического смысла. Получив приказ покинуть Балтийское море, они даже не оставили в разрушенной крепости своего гарнизона. Шведский король тоже отказался вступить во владение Аландскими островами. Для Чарльза Неппера кампания на Балтике стала бесславным концом карьеры. Британское адмиралтейство назначило его козлом отпущения за все неудачи и после 48 лет безупречной службы отправила его в отставку. И все-таки кое-чего Неппер добился. Балтийский флот был заблокирован. Перевозить товары и боеприпасы приходилось сухим путем. Это и замедляло, и удорожало их доставку. С той же целью, блокировать порты и мешать российской торговле, союзники отправили свой флот в Белое море. К арктическому побережью России отправляется эскадра под командованием адмирала Эрасмуса Аманея. Она состоит из трех пароходов, трех парусных фрегатов, одного брига, одной шхуны и двух парусных тендеров. Основной ударной силой были британские корабли: 24-пушечный корвет «Эвредика», 15-пушечный корвет «Миранда» и 14-пушечный шлюп «Бриск». Подойдя к Архангельску, союзники обнаруживают, что гарнизон тут немал, а город прекрасно укреплен. Не решившись атаковать главный северный порт России, адмирал Аманей решает напасть на Соловецкий монастырь. Соловецкий монастырь основан в 1436 году монахами Зосимой и Саватием. С XVI века, благодаря деятельности игумена Филиппа Колычева по благоустройству монастыря, стал важнейшим промышленным и культурным центром Северного Поморья. Кроме того, служил политической и церковной тюрьмой и являлся важной приграничной крепостью с гарнизоном и артиллерией. В XVI-XVII веках выдержал три нападения шведского флота. Тишина на острове должна была вот-вот прерваться колокольным звоном. Обыденная жизнь Соловков, где царили послушание и дисциплина. Архимандрит Александр, строгий и праведный, любил порядок во всем, к чему и приучал монахов. Здесь его почитали, относились к нему как к отцу. Вся жизнь на этом острове подчинялась любви к Богу, трудам и молитвам. Так было и так должно было оставаться всегда. Шестого июля, узнав о приближении неприятеля, в монастыре проводят крестный ход и сооружают береговую батарею с двумя орудиями. Еще 8 орудий устанавливают на стенах и башнях крепости. Через 5 часов 2 британских корабля «Миранда» и «Бриск» подходят к монастырю. Первым выстрелом они пытаются уничтожить монастырские ворота, но промахиваются. Бомбардировка продолжается около часа. Монастырь отвечает усиленным огнем. Ядра, пущенные со стен, не достигают кораблей. Зато выстрел с береговой батареи образует пробоину в «Миранде». Поврежденный фрегат уходит на ремонт. С наступлением ночи артиллеристы передвигают орудия в более удобное место для ведения огня – на оконечность мыса. На момент вторжения англичан в Соловецком монастыре находилось около 700 человек. Большинство из них – монахи, послушники, вольно-наемные работники. Также в крепости содержались 25 арестантов. Их охраняли один офицер, 2 унтер-офицера и 50 солдат инвалидной команды, которые составляли монастырский гарнизон. С
Соловецкий настоятель архимандрит Александр, в прошлом полковой священник, был храбрым человеком и отличным организатором. Когда известие о начале войны дошло до Соловков, он сформировал отряд добровольцев, которые обучались стрельбе и приемам штыкового боя. Пушек и огнестрельного оружия не хватало, так что монахи достали из оружейной палаты старинные копья, бердыши и секиры на случай, если придется вступить с противником в рукопашную схватку. На следующее утро после бомбардировки коллежский асессор Соколов, прибывший в монастырь на Богомолье всего неделю назад, сел в шлюпку. В нейтральной зоне, ровно посередине между берегом и кораблями, его встретил английский офицер. Он вопросительно посмотрел на Соколова. Тот достал из кармана конверт с аккуратно сложенной бумажкой и передал офицеру. Прочитав послание, англичанин едва мог сдержать ярость. Архимандрит Александр отказывался принять предложение о капитуляции. «В таком случае, — заявил офицер, — бомбардировка возобновится, а монастырь будет полностью разорен». июля в 7 часов 45 минут начинается сильнейшая канонада. На нее отвечают 10 монастырских пушек. Чтобы отвлечь внимание противника, несколько добровольцев, укрывшись за деревьями, стреляют по неприятельским судам из ружей. Англичане отвечают им картечью. В полдень один из кораблей огибает Песий остров, приближается к обители и обстреливает береговую батарею с тыла. Защитники монастыря снимают орудия с прежних позиций, под огнем противника перевозят их на другую сторону и продолжают стрелять. Тем временем в трех церквях монастыря идет богослужение с молитвой о помощи против врагов. Затем, рискуя жизнью, монахи устраивают крестный ход по монастырской стене. В руках они держат чудотворные иконы. К 5 часам вечера канонада прекращается. Последний пушечный выстрел прозвучал ровно в тот момент, когда монах ударил в колокол, возвещая начало молебна заступницы Отечества, Казанской Божьей Матери. В монастырь вернулась долгожданная тишина. Англичане так и не решились высадить десант и ушли в море. За время двухдневной бомбардировки они так и не смогли нанести серьезного ущерба монастырским зданиям, сложенным из северного камня. Никто из защитников Соловецкого монастыря не пострадал. Зато противник понес потери. Один человек был убит, 5 ранены. Настоятель, отец Александр, объяснял спасение обители вмешательством святых чудотворцев. Среди тех, кто отличился при обороне монастыря, был иностранный турист-норвежец по фамилии Гардер. События этих двух дней произвели на него такое сильное впечатление, что он тут же принял православие. Начав бомбардировку, английские корабли вспугнули тысячи и тысячи птиц, более привычных к колокольному звону, чем к оглушительному звуку баталий. Взметнувшиеся в страхе птицы мгновенно оставили свой след на палубах кораблей, после чего стоять на них уже не представлялось никакой возможности. А берег стал белым, словно в снегу. Русский инвалид. Через месяц после бомбардировки Соловецкого монастыря фрегат «Миранда» подошел к порту Кола на Баренцевом море и потребовал сдачи. Командир гарнизона ответил отказом. Жители города подтвердили, что готовы пожертвовать и своим имуществом, и самой жизнью, лишь бы не сдаваться неприятелю. В ночь с 10 на 11 августа английский корабль открыл огонь из всех орудий. В ход пошли бомбы, гранаты, раскаленные ядра и пули с зажигательным составом. Попытка высадить десант встретила отпор со стороны 50 человек инвалидной команды и несколько сотен добровольцев. После многочасовой бомбардировки деревянный город занялся пламенем и вскоре сгорел дотла. Кроме жилых домов и хозяйственных построек, от английского огня погибли две старинные церкви, в том числе колоссальный Воскресенский собор 17 века, шедевр русского деревянного зодчества. Совершив эту акцию по устрашению России, союзники покинули арктическое побережье ни с чем. Тем временем еще один театр военных действий развернулся на Тихом океане. Боевые действия начались у берегов Камчатки.
Это были не мелкие укусы со стороны союзников, как в полярных морях. Британия не желала примириться с тем, что весь север Тихоокеанского побережья принадлежит России. После объявления войны англичане, вместе с ними и французы, решили воспользоваться ситуацией и навсегда вытеснить Россию с Дальнего Востока. Союзники рассчитывали и тут на легкую победу. События начали разворачиваться у побережья Южной Америки. В апреле 1854 года русский фрегат «Аврора» снялся с якоря в перуанском порту Кальяо и взял курс на северо-запад. Фрегат должен был усилить российскую Тихоокеанскую эскадру, расположенную в заливе де Кастри. Когда через месяц до Южной Америки донеслась новость о начале войны с Россией, два союзных фрегата отправились в погоню за «Авророй», чтобы потопить ее в открытом океане. Но время было упущено. Добравшись до Гавайских островов, союзники получили новый приказ – идти на Камчатку, захватить там русские суда и овладеть портом Петропавловск. Эскадра под командованием адмирала Дэвида Прайса состояла из трех французских фрегатов – «Форт», «Эвредика» и «Облигадо», двух английских фрегатов «Президент» и «Пайк» и парохода «Вираго». В августе военные корабли союзников с двумя сотнями орудий на бортах входят в российскую акваторию. В Петропавловске давно догадывались, что городу угрожает опасность. Удобно расположенный порт, укрытый от океана Авачинской бухтой, не мог не представлять интереса для противника. За несколько лет до объявления войны в город участились визиты весьма подозрительных британских китобоев с военной выправкой. Они явно вели разведывательную работу. Тогда же губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский начал строительство укреплений в Петропавловском порту. Официальное известие о готовящемся нападении пришло в мае 1854 года от генерального консула России в североамериканских Соединенных Штатах. В той войне американцы сохраняли нейтралитет, но фактически они заняли сторону Петербурга. Вашингтону было невыгодно ослабление России в Европе, ведь это означало усиление британских позиций в Новом Свете. Начиная с января 1954 года, в американской прессе прокатилась волна статей в пользу союза с Россией. Когда стало известно, что эскадра Дэвида Прайса направляется к Камчатке, численность Петропавловского гарнизона составляла чуть более 200 человек, а на вооружении русских имелось всего лишь 6 шестифунтовых пушек и одно полевое трехфунтовое орудие на конной тяге. В такой ситуации рассчитывать приходилось только на самоотверженность горожан. Собрав на главной городской площади жителей Петропавловска, губернатор Камчатки Василий Степанович Завойко призвал их сплотиться перед лицом неприятеля. Если же врага одолеть не удастся, то умереть, не думая об отступлении. Завойко Василий Степанович родился в 1809 году. Адмирал, кругосветный мореплаватель, один из пионеров освоения Тихоокеанского побережья. Отличался храбростью и талантом организатора. Вступив в 1850 году в должность военного губернатора Камчатского края, за несколько лет реконструировал Петропавловский порт и практически с нуля создал городскую инфраструктуру. Вскоре надежды Василия Степановича на то, что город получится отстоять, окрепли. Сначала в Авачинскую бухту прибыл фрегат «Аврора». Из-за недостатка пищи и питьевой воды корабль был вынужден сделать временную стоянку в Петропавловске. Встретившись с адмиралом Завойко, капитан «Авроры» согласился помочь ему отразить нападение союзников. Вскоре пришло новое подкрепление. Военный корабль «Двина» доставил на Камчатку 350 солдат сибирского линейного батальона, двухпудовые мортиры и 14 пушек. К началу августа гарнизон порта вместе с экипажами кораблей насчитывал около 1000 человек. Чтобы успеть соорудить береговые батареи до появления союзного флота, Завойко сформировал добровольческие отряды. Работа шла днем и ночью, не останавливаясь ни на минуту.
1500 добровольцев снимали орудия с «Авроры» и «Двины», а затем перевозили их в лодках на берег и вручную вытаскивали вверх, по крутым склонам сопок. В итоге на подходах к городу было установлено 7 батарей. 17 августа в 12 часов 30 минут смотритель дальнего маяка отправил на соседний пост сигнал: «Вижу военную эскадру, состоящую из 6 судов». Через несколько минут, пройдя через цепь передаточных пунктов, новость достигла города. На следующее утро англо-французский флот вошел в Авачинскую бухту. Корабли интервентов начали занимать позиции. Бой открылся артиллерийской дуэлью. И вдруг произошло нечто странное. Союзная эскадра развернулась и отошла к месту якорной стоянки. Очевидец событий, английский капитан Берридж, рассказывал, что при входе в бухту командующий эскадры адмирал Прайс пришел в отчаяние, найдя Петропавловский порт укрепленным гораздо лучше, чем рассчитывалось. Прайс решил, что его миссия обречена, и выстрелил себе в сердце. Это событие ненадолго приостановило союзников, но не изменило их планов. Утро 19 августа начинается с ожесточенной артиллерийской перестрелки. Чтобы войти в гавань, 4 корабля союзников «Президент», «Пайк», «Форд» и «Вирага» ведут обстрел 1-й и 4-й батареи, закрывающей подступ к порту. Русские снаряды достигают неприятельских судов, но не могут их потопить. На 1-й батарее лейтенант Гаврилов, раненый в голову и в ногу, не оставлял позицию и до последнего продолжал ободрять подчиненных. В бою участвуют даже женщины и 12-летние дети. Они подносят к орудиям футляры с порохом. Неприятельский огонь не прекращался ни на минуту. Осколки бомб, усыпавшие все побережье, не щадили никого. Даже самых юных защитников Петропавловска. Когда одному из таких мальчиков с оторванной осколком рукой начали делать операцию, доктор спросил: «Что, очень больно?» Мальчик, сдерживая слезы, ответил: «Нет, это за царя». Противнику удается подавить 1-ю и 4-ю батареи. 2-я батарея, расположенная на косе Кошка, дает несколько залпов, но не может остановить высадку французского десанта численностью в 600 человек. Адмирал Завойко посылает в контратаку 130 матросов и добровольцев, всех, кто оказался под рукой. Одновременно пароход «Вирага» по ошибке направляет бомбу в своих же десантников, которые уже поднимали французский флаг. Следом огонь по французам открывают «Аврора» и «Двина». Десантники в беспорядке отступают к своим шлюпкам. Первая попытка союзников овладеть Петропавловском закончилась провалом. Но это не означало окончание операции. Пока союзники устраняли повреждения на своих кораблях и хоронили погибших, защитники Петропавловска, пользуясь затишьем, восстанавливали разрушенные батареи. Командование англо-французской эскадры выработало новый план наступления. На этот раз противник решил применить военную хитрость. Через 5 дней произошло решающее сражение. Союзная эскадра разделена на 2 группы. «Президент», «Форд» и «Вирага» обстреливают установленные на Авачинской губе 3-ю и 7-ю батареи. Именно на них направлен основной удар. «Пайк», «Эвредика» и «Облигадо» для отвлечения внимания имитируют атаку на 2 другие батареи, 1-ю и 4-ю, но вскоре присоединяются к остальным кораблям. Через 3 часа тактика союзников приносит плоды. Все орудия на 3-й и 7-й батареях повреждены, и русские с большими потерями отступают. 950 союзников высаживаются на берег. 6-я батарея открывает по ним огонь. Отстреливаясь на ходу, десантники взбираются на Никольскую сопку и пытаются спуститься на проселочную дорогу, ведущую к городу. В этот критический момент адмирал Завойко приказывает собрать все резервы. Просит капитана «Авроры» отрядить в помощь еще 2 партии матросов. Удается собрать всего около 350 человек, которые, действуя разрозненными отрядами, бросаются в контратаку. Десантники, столкнувшись с контратакующими с разных сторон русскими, обращаются в бегство. Многие, чтобы спастись, прыгают с 40-метрового обрыва в море.
Корабли союзников, не дожидаясь раненых десантников, отходят к месту якорной стоянки. Сражение, которое продолжалось менее 3 часов, закончилось для союзников невиданной катастрофой. Их потери составили 400 человек убитыми, 4 пленными и около 150 ранеными. Со стороны русских погибли 34 бойца. 26 августа, через 2 дня после второй попытки захватить Петропавловск, англо-французская эскадра навсегда покинула Камчатку. Отступая, англичане бросили знамя своего морского полка. 7 офицерских сабель и 56 ружей. У одного из убитых английских офицеров, которых защитники Петропавловска обнаружили на Никольской сопке, они нашли инструкцию о действиях при штурме, а над ней сделанную вышестоящим командиром приписку. «Не забудьте захватить несколько пар кандалов». И помните, что эта вещь часто совершенно необходима. В Петропавловске праздновали победу. Тем более радостную от того, что она казалась невозможной, почти чудесной. Адмирал Завойко предложил офицерам выбрать самого достойного из своей среды, чтобы доставить рапорт о победе императору. В итоге в Петербург отправился князь Максутов, командир 2-й батареи, ставший потом последним русским губернатором Аляски. Летом 1854 года русская армия оставляла Дунайские княжества. Англо-французская эскадра, взяв крепость Бамарзунд, покидала Балтийское море. На всех театрах военных действий наступило затишье. Но тем временем союзные войска в составе 40 тысяч французов и 20 тысяч англичан уже высаживались в Арне, на берегу Черного моря. А командование союзников разрабатывало план новой военной экспедиции. Впереди был Крым.